Джонни Кейдж появится в Mortal Kombat 2, и вполне возможно, что сиквел Mortal Kombat добавит популярного игрового персонажа, заменив роль Коул Янга в сюжете на Кейджа. Неожиданным решением стало то, что Mortal Kombat 2021, первый в истории театральный фильм о смертельной битве со времен Mortal Kombat Annihilation 1997 года, решил отказаться от участия Джонни Кейджа. Это решение было еще более удивительным, если учесть, что Mortal Kombat работал как история происхождения, что обычно предполагает участие Джонни Кейджа в других играх и фильмах. В оригинальном фильме Джонни Кейдж был одним из трех главных героев. Как и в играх, в фильме 1995 года Кейдж представлен как аутсайдер, актер, который ходил на турнир только потому, что думал, что это поможет его карьере. Джонни Кейдж в исполнении Линдона Эшби стал одним из самых ярких моментов фильма благодаря таким моментам, как его бой против Гора. Однако в Mortal Kombat Annihilation Джонни Кейдж не только был переснят, но и убит в первые 20 минут. После того, как было объявлено, что новый фильм перезапустит франшизу спустя 24 года после провального фильма Mortal Kombat Annihilation, многие предположили, что в нем будет сниматься Джонни Кейдж. В то время как Лю Канг, а затем Скорпион стали главными героями Mortal Kombat в играх и других медиа, Джонни Кейдж никогда не терял своего авторитета среди фанатов. Тем не менее, Mortal Kombat 2021 года приберег Джонни Кейджа для сиквела, посвятив финальный кадр перезагрузки появлению актера. Однако добавить Джонни Кейджа в сиквел не так просто, как кажется, особенно если учесть, какую роль в Mortal Kombat сыграл Коул Янг, персонаж, вызывающий разногласия. Цели Джонни Кейджа и Коул Янга во многом пересекаются друг с другом, и в сюжете Mortal Kombat 2 может найтись место только для одного из них. Поэтому не будет ничего удивительного, если Джонни Кейдж заменит Коул Янга в Mortal Kombat 2. В большинстве игр Mortal Kombat, а также в фильме 1995 года и других адаптациях, Джонни Кейдж выступает в роли аутсайдера среди чемпионов смертельной битвы из Земного Царства. Несмотря на то, что он является потомком клана воинов, Джонни Кейдж не желает верить всему, что рассказывает Рейден о турнире. В мире, где такие персонажи, как Сони Блейд, Джакс и Лю Канг, с естественностью принимают такие вещи, как магия и тайное царство. Джонни Кейдж — это столь необходимая приземленная точка зрения на историю. Это не только приводит к уморительным взаимодействиям между Кейджем и другими чемпионами Земного Царства, но и помогает сценаристам лучше объяснить историю Mortal Kombat с Кейджем, представляющим зрителей. Однако именно такая роль была у Коул Янга в перезагрузке. Как и Джонни Кейдж, Коул Янг также происходил из семьи воинов, но не знал об этом. У Коул Янга была метка дракона, и его привел в команду Джакс. Но герой очень неохотно верил всему, что ему говорили. У Коула Янга также было несколько забавных высказываний о Рейдене и истории турнира, поэтому трудно избежать сравнений между ним и Джонни Кейджем. После целого фильма без единого упоминания о Джонни Кейдже фильм закончился тем, что Коул Янг отправился в путешествие в Голливуд. Упоминание о Голливуде было бы достаточно, чтобы подразнить зрителей относительно Джонни Кейджа в Mortal Kombat 2, но в этой сцене также был показан постер фильма с Джонни Кейджем. Учитывая, насколько культовым является персонаж, а также то, как сильно его отсутствие было пропущено в перезагрузке, легко предсказать, что персонаж будет играть большую роль в Mortal Kombat 2. На самом деле, многие разговоры вокруг сиквела Mortal Kombat связаны с персонажем, а именно с обсуждением того, кто будет играть Джонни Кейджа в Mortal Kombat 2. Решение написать совершенно нового персонажа на роль Джонни Кейджа в Mortal Kombat было воспринято с большим количеством критики. Какой бы интересной ни была связь Коула Янга со Скорпионом, у персонажа не было шанса доказать свою ценность в качестве замены Джонни Кейджа. Интересно, что сценарист Mortal Kombat 2 Джереми Слейтер заверил, что творческая команда сиквела услышала отзывы о первом фильме. Насколько Mortal Kombat 2 прислушается к критике, трудно сказать. Но нельзя отрицать, что присутствие Коула Янга вместо Джонни Кейджа было одной из самых критикуемых частей перезагрузки. Возможно, что Джонни Кейдж заменит Коула Янга, чтобы отменить спорное решение, принятое в Mortal Kombat. Коул Янг может погибнуть в Mortal Kombat 2 или, возможно, будет отодвинут на второй план, что позволит Джонни занять место главного героя и движущего элемента сюжета.
Будет ли это естественным развитием сюжета Mortal Kombat, зависит от качества сценария. Джонни Кейдж – любимый персонаж, и решение сохранить его для Mortal Kombat 2, а также сделать роль Коула Янга настолько похожей на роль Кейджа, действительно вызывает сомнения. Тем не менее, после стольких усилий, вложенных в создание нового персонажа, включая его связь со Скорпионом и кланом Ширай Рю, убийство Коула Янга в начале Mortal Kombat 2 было бы напрасным. В концовке Mortal Kombat было сказано, что Би-Хан вернется в образе Нуб Сайбота, а это значит, что Коул Янг и Скорпион, возможно, снова объединятся. Хотя Коул Янг не полностью сработал в Mortal Kombat, все еще есть интересные возможности для развития его истории. Джонни Кейдж – достаточно большой персонаж, чтобы не затмевать Коула Янга, даже если их цели пересекаются. Несмотря на схожесть целей, Джонни Кейдж и Коул Янг – очень разные персонажи. И есть способ сделать так, чтобы они оба работали в Mortal Kombat 2, при этом не забывая о критике сиквела.